Здравствуйте. Ну, как я и обещал, показываем процесс расшивки баварской кладки. Как я говорил, вот мы видим по видео, что 4-3 половинки на 1 квадратный метр. Все швы у нас в разбег. То бишь, ну, мы старались, чтобы они не попадали друг напротив друга, но только попадают там, где углы. Естественно, мы не можем весь кирпич порезать. Вот. Вот так идет процесс расшивки баварской кладки. Мы экономим на расшивке, то бишь можно было и ложить на раствор белый, но раствор белый, он очень дорогой. Естественно, из-за этого мы решили сэкономить и положить на простой раствор нашу кладку с углублением сантиметра. Дальше мы расшиваем, уже забиваем сначала с пистолетом специальным, но можно и не только пистолетом. Вот подручный срез мы тоже сделали такую специальную штуку, чтобы расшивать. В данный момент это было сделано с пакета. Вот. А это вот покупной пистолет специальный, чтобы расшивать. Значит, расшиваем горизонтальные и вертикальные швы. Сначала вертикаль, потом забиваем горизонт. Либо наоборот, как вам удобнее. Нам было удобнее вертикаль, потом горизонт. Так. Это примыкание. Здесь гараж получается и сам дом. Так, ну, в данный момент мы снимали, чтобы вам показать, делали все медленно. А так вообще процесс как бы он не особо медленный. То бишь, если руку набить, расшиваете, прям ведете по-быстрому и все. Так что вот так. Такая расшивка.